O'zbekistonda bor. Boshqa yo'q, birdane племянник бар, birdane Amerikada tura. Сестра в Турции учится. Ну и все. За пределами уже никого не осталось. Остались и племянницы. В Ташкенте живут. Что еще могу сказать? Остальные все сюда переехали. В Казахстане. Потому что это там родина. У меня родители из Казахстана сами. И у меня бабушка с Казахстана. Во время депортации она очень-то попала в Казахстан. И у меня как бы оттуда идут родители. Переехали уже сюда в 89-м году. Потом мы живем здесь. А родственники там еще остались. Есть, живут в Турции, есть вот уже на соседнем государстве, в Украине есть, в Америке есть, ну и по Крыму. В Узбекистане есть брат, сестру, все живут там. В Израиле дочка? Нет. В Москве есть, в Узбекистане есть, в Нью-Йорке есть МДшка. Есть друзья, которые в Узбекистане остались, есть родственники дальние за пределами. Турция, Америка, Германия. Есть в Турции, есть в Германии. В Узбекистане, да. Вот должны приехать, если их сметить все.